Горячая новость, кто еще не знает. В торговом центре «Меркурий», Савушкина 141 в Санкт-Петербурге, в магазине «Велодрайв» находятся в продаже наши замечательные лодки «Фиш-каяк Эва», синенький «Велопокрафт», простая и надежная лодка «Крахаль», а также наша замечательная двухместная байдарка «Вега-2». «Фиш-каяк Эва», я думаю, в дополнительной рекламе не нуждается. Самый лучший фиш-каяк на сей момент. «Велопокрафт» — это уникальная лодка, новая, недавно только выпущена и создана она специально для того, чтобы можно на ней было перевозить собранный велосипед. Велосипед устанавливается вот таким образом. Форма кормы этому способствует. На корме еще мощная защита, чтобы острые части велосипеда не могли повредить баллоны. Лодка очень большая, при этом очень-очень легкая. Для такого размера, а размер у нее более 4 метров, вес лодки порядка 7 килограммов вместе со всеми-всеми обвесами. Эту лодку легко возить с собой в рюкзаке. Приезжаете на велосипеде вместе с лодкой на берег, надуваете лодку, устанавливаете велосипед в лодку и начинаете свое путешествие по воде. Потом где угодно выходите из воды, лодку сдуваете, кладете в рюкзак, садитесь на велосипед и едете домой. Отличный вариант. Здесь вы можете приобрести лодки без ожидания прямо в магазине. Также вы можете здесь же приобрести велосипед под ваш велопокрафт. Но это только начало. Ассортимент наличествующей продукции тайм-триала в магазине «Велодрайв» будет увеличиваться, меняться. Приходите в «Велодрайв Меркурий», Савушкина 141, и покупайте лодки «Тайм-триал».